Как объединить своих подопечных и привлечь их к творчеству? Таким вопросом задались разработчики проекта «Творческий рост». Так возникла идея организовать на базе отделения дневного пребывания молодых инвалидов настоящую фотостудию. Оно влияет на все, на любые функции, вот, ну, развивается все. А самое главное, я считаю, то, что они начнут общаться. Они начнут общаться между собой сначала, выйдут за стены квартир нашего отделения. В рамках нашего отделения они уже достаточно активные, но вот за пределами пока не очень. Я очень надеюсь, что они как-то почувствуют уверенность в себе благодаря этому. На средства, полученные в рамках выигранного гранта, приобрели необходимую технику. Уже заказан комплект студийного осветительного оборудования и программное обеспечение для обработки фотографий. Самая главная отличительная черта этого проекта – то, что авторам удалось не только привлечь и вовлечь в творческую жизнь людей с ограниченными возможностями, но и создать настоящее волонтерское движение. В Мончегорске это достаточно новое направление, и оно для нас очень актуально. А познакомиться с творчеством новоиспеченных фотографов можно будет совсем скоро. В ближайших планах проведение выставок и участие в мастер-классах по портретной и пейзажной съемке. Итоговая выставка фотографий состоится в отделении дневного пребывания молодых инвалидов в декабре.